Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о том, как обустроить красиво свой сад. Что нужно сделать, чтобы, проходя мимо вашего сада, друзья или знакомые не могли оторвать взгляд от вашего сада? Я думаю, что каждый садовод-огородник со мной согласится, что красивые посаженные цветы, красиво ухоженные кустарники всегда останавливают взгляд. Что же нужно сделать, чтобы они еще больше привлекали ваше внимание? Именно Хитсад позаботился и все уже продумал за нас. Даже мы ничего не будем изобретать. В интернет-магазине Хитсад представлены вот такие кашпо, которые вокруг меня. Вот эти кашпо прекрасно маскируют недостатки вашего сада или какие-то ландшафтные моменты. Вазоном позволяют находиться цветам в идеальных условиях и позволяют быстро и качественно ухаживать за этими растениями, не прилагая никаких особых усилий. Растения, которые декорированы вот таким кашпо, очень легко изымаются из него. Вот так. И переносится в любое другое место. Особенно если вы сторонник украсить сад свой домашними цветами в летний период времени, вам стоит обратить внимание вот именно на такие вот красивые кашпо. То есть в зимний период вы заносите растение домой, а в летний период вы украшаете сад. Причем вы можете менять с помощью этого кашпо очень легко стиль сада. От какого-то замысловатого и до совершенно простого. Кашпо есть различные формы. Могут быть вот такие кашпо низкие, которые вы можете высаживать летники в летний период. И могут они находиться на входной группе. То есть вы поставите при входе, и не обязательно это дача или загородный дом, это можно быть и магазины, детские сады и другие общественные учреждения. Могут быть также использованы в парках. Причем не только эти, а все виды кашпо могут использоваться по любому назначению. Будет это загородный дом или другие общественные учреждения. Кашпо бывают различные формы. То есть вот такие квадратные. Бывают они вот в таком рамочном оформлении, бывают в кованом оформлении. Все кашпо они очень устойчивы и тяжелые. То есть вот мне, я не могу оторвать его от земли. То есть он вот очень тяжелый. То есть унести его, если это будет оформлен красивый парк, то есть унести его практически невозможно. Внутри находится металлическая основа, которая прочная, не подвержена воздействиям солнечных лучей в зимний период. То есть, можно сказать, что это вечный материал. Изготовлено все кашпо из древесно-полимерного композита, который на сегодняшний день, наверное, один из самых прочных материалов. Минимальный срок, минимум, 25 лет. Вы представляете? То есть он не боится ничего. Ни холода, ни жары, ни солнца, ни плесени, ничего. Внешне он напоминает дерево. Испортить его достаточно трудно. И он, согласитесь, очень красивый. Катки очень легко мыть, за ними очень просто ухаживать. Достаточно просто помыть их щеткой, и они опять принимают вот такой вот первозданный вид. Катки бывают различных форм, размеров. Габаритные размеры вот такого самого большого кашпо, вот прям я вам сейчас измерю, 62 сантиметра. То есть это кубик 62 сантиметра. Высота его составляет 77 сантиметров. Максимальный вес его где-то до 50 килограмм. Размер вот такого среднего кашпо составляет, высота его 50 сантиметров. 50 сантиметров, то есть получается кубик. Максимальная масса его где-то до 30 килограмм. И вот такого миниатюрного маленького кашпо, вот это мне больше всего нравится, 36 сантиметров. И здесь тоже 36 сантиметров, то есть получается кубик. Вы знаете, вот такие кашпо можно использовать ведь не только для сада. Закончился сезон, вы занесли своих любимых домашних питомцев домой, и куда же его девать? Его можно использовать также и дома. Вы можете поставить красивые растения. Можете в зимний период времени декорировать елкой. То есть представьте, какая оригинальная подставка у вас будет под елку. Я думаю, что все соседи завидуются. Все кашпо очень устойчивые. Основание у них у всех кованое. И вероятность того, что можно опрокинуть, это исключено полностью. Потому что вес достаточно большой, как я уже сказала.
Здесь вот у меня представлены комплектами вот все эти катки. То есть вот такой комплект, состоящий из трех элементов. Вот такой комплект кованый с оформлением из ковки. И вот группа вот таких кашпо, которые... группа из таких кадок, которые, как правило, используются для разделения зоны участка. То есть они настолько универсальны, их можно перемещать в любую и по своему желанию делать, отгораживать зону. Согласитесь, очень удобно. Все кашпо вставляются друг в друга. То есть закончился сезон, вы можете поставить их друг в друга и просто убрать на хранение, если они вам не нужны дома. Согласитесь, это очень удобно. Вот здесь представлены катки, которыми вы можете достаточно быстро или спрятать ту зону сада, которую вам не очень-то нравится, или отделить какой-то участок сада. И посмотрите, они как красиво выглядят. Интернет-магазин Хитсад ждет вас. Приходите. И к летнему сезону, поверьте мне, что ваш участок будет просто необыкновенный.